июле встретятся специалисты по развитию парков из разных стран. Организатор форума – Российская ассоциация. Мэр Евгений Урлашов пообщался с ее руководством, посетившим наш город. Международная встреча пройдет в Ярославле 18-19 июля. Эти даты предварительно запланированы. Участниками форума станут профессионалы в парковом хозяйстве. Для них проведут профильные семинары. В Ярославле мэрия начала и в дальнейшем будет стремиться сделать парки современными зонами отдыха. Поэтому наш город и выбран местом проведения встречи. На нее приедут специалисты из России и СНГ, зарубежных стран. Опыт их приглашения у организаторов есть. То в том году у нас были представители из Украины, Казахстана и даже Италии. Вот из Италии к нам приехали производители аттракционов развлекательного оборудования. Вот, кстати говоря, производители тоже будут здесь, и они будут рассказывать о своей технике, о своих услугах, аттракционах, которые тоже могут заинтересовать и парки вашего города. Руководители парков, да, которые эксплуатируют их в своих городах, всегда могут поделиться какой-то идеей, которую можно внести в данный парк, что позволит нам не только скорректировать планы по реконструкции на месте, да, так сказать, и уже развивать в дальнейшем те парки, которые у нас запланированы в следующем году. Участники форума познакомятся с обновлением парков Ярославля на местах. Они побывают в парке советского мультфильма на проспекте Ленина, острове Даманском, в парке 30-летия Победы, парке нефтяников и юбилейном парке, где ведется реконструкция зон отдыха. Ярославские специалисты готовы поделиться своей концепцией развития парков со всеми, кому она будет интересна на этой встрече. И, конечно, мы хотим, чтобы были представлены и города нашей Ярославской области, и, значит, другие российские города, и приедут производители аттракционов, и, значит, возможно, инвесторы. И это у нас получится такая площадка на территории города Ярославля, где наиболее известные люди в области паркового хозяйства могут друг с другом пообщаться, и это, безусловно, даст динамику развития паркового хозяйства города Ярославля. Евгений Полковников, Сергей Чекмарев, городской телеканал.